Тему расселения аварийного жилья обсудили на оперативном совещании при губернаторе региона. Поводом стали вопросы северян, поступившие к Александру Цибульскому через приемную партию «Единая Россия». Напомним, Архангельск получил без малого 200 миллионов рублей на приобретение квартир жителям 129 домов, сошедших или имеющих риск хода со свай. В основном это федеральные деньги. Поступили они после обращения главы области Александра Цибульского к президенту страны Владимиру Путину. Сейчас планируется закупка 45 квартир. Конкурсные процедуры уже запущены. Первый лот 11 квартир. То есть это не финал. Мы каждую неделю будем запускать еще по 10 квартир, и тем самым к концу августа мы объявим все процедуры на все квартиры, которые мы предполагаем закупить в рамках выделенных федеральных и областных средств. Аукцион на приобретение первых 11 квартир состоится уже 9 августа. Я просил вас еще раз, значит, проработать очередность и приоритетность получения этих квартир. Мы в первую очередь должны ориентироваться на социально незащищенных людей, на пенсионеров и тех, у кого нет альтернативного жилья. Напомним также, что в рамках адресной программы до 2025 года на территории области планируется построить несколько десятков новых многоквартирных домов, чтобы расселить людей из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. С этой задачей регион планирует справиться досрочно, до конца 2023 года.